Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Всем здравствуйте! Сейчас разберемся, как выполнять задание номер 94. Отрезок МН имеет длину х сантиметров, рисунок 15. Начертите отрезок АБ, длина которого равна А 2х сантиметров, Б 3х сантиметров, В х разделить на 2 сантиметра, Г х разделить на 4 сантиметра. И представлен отрезок МН. Я его начертила. Вот, и вы также должны выполнить это в тетради. И взяла за длину отрезка МН, вот, допустим, 8 клеточек. Теперь под буквой А нам нужно построить отрезок АБ с длиной 2х сантиметров. Что это означает? Отрезок АБ должен быть в 2 раза больше. Если отрезок МН 8 клеток, или это 4 сантиметра, то мы должны 2 таких же построить. Вот, посмотрите. Раз и два. Выполнили 2, получили 2х сантиметров. Под буквой B 3х сантиметров. Значит, нужно выполнить построение 3 таких отрезков МН. Вот отрезок МН. Мы его 3 раза отложили. 1, 2, 3. Получился отрезок АБ с длиной 3х сантиметров. В длина отрезка АБ х разделить на 2 сантиметра. То есть нужно длину отрезка МН поделить на 2. И отрезок АБ получится в 2 раза меньше. Вот он, построен 2 раза меньше. И под буквой Г х разделить на 4 сантиметра. То есть нужно построить отрезок АБ, длина которого в 4 раза меньше. Вот он получился такой. Итак, задание выполнено. Если вы хотите найти больше видео по другим предметам, подписывайтесь на наш канал и задавайте вопросы в социальных сетях. Желаю удачи!